Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, которые являются иноагентами, а также так называемые штабы Навального. Заседание проходило в закрытом режиме до позднего вечера. По решению суда организации должны быть немедленно ликвидированы, использовать их символику отныне запрещено. Кроме того, имущество ФБК после погашения всех задолженностей передадут в российский бюджет. В ходе слушаний прокуратуре удалось доказать, что деятельность фондов была направлена на смену конституционного строя, в том числе по сценарию цветных революций. Организации не только разжигали ненависть и вражду в отношении представителей власти, но и совершали экстремистские преступления. Также данные организации регулярно организовывали проведение несанкционированных массовых публичных мероприятий, которые нередко заканчивались массовыми беспорядками. Особо следует отметить, что они вовлекали в эти мероприятия несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни и здоровью. Выслушав наши пояснения, суд согласился с доводами прокуратуры и принял решение о запрете указанных структур.